Ну что такое? Позорище, а не сотрудник полиции. Капитан. Меня не выводите. Короче, брат, я тебя, блин, сейчас тебя ушатаю, ублюдок. Ушатай себя вон об угол. Об угол себя ушатай, дура. То есть я сейчас должен назвать свои персональные данные при посторонних лицах? Нет, пойдемте ко мне в машину, я вас приглашаю. А у вас в машине что, комфортнее, что ли? Ты задел, урод. Ты сама уродка. Ты сама уродка. Опа, 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 опа. Ничего себе. Что такая деловая-то, а? Идите за делом. Алло. Идите за делом. Чего матом ругаешься? За дело выходим. Выходим из-за дела. Уже заявление приняли. Убери свой телефон, пока тебя его не разбил. Что такая деловая? Телефон убери. Что такая деловая? Выйди за дело, урод. Ты сама выйди, уродка. Урод, ты сама дело. Уродка. Урод, выйди за дело. Ты сама себя, уродка. Обезьяна, блин, конченая. Ты сама конченая. Володя, смотри на себя. Да я хочу закрыть отдел, хочу выйти отсюда. Как их выгнать? Никак. Выйди отсюда, урод. Сама уродка. Обезьяна. Слушай, ты сама обезьяна. Выйди отсюда. Выйди за дело. Разобью, блядь, сука, телефоны все дела, блядь, урод. Выйди отсюда. Ты что, охренела, что ли? Выйди отсюда. Ты что, охренела, что ли? Выйди отсюда. Пошла нафиг отсюда. А вот там в центре нападает. Выйди за дело. Пошла нафиг отсюда. Она разбила телефон. Да, голос. Вызывайте сюда наряд, пожалуйста. Вот нападает женщина. Охренела уже совсем. Ты что, охренела, что ли? Позорница. Ты охренела, что ли? Сейчас нападает. Ты охренела, что ли? Ты сама уродка, понятно? В зеркало на себя посмотри. Пойдемте, она сходит, сейчас придет. Рукой меня не трогай, понятно? Частная собственность, давайте. Кто частная собственность? Частная собственность у нее дома, понятно? Это магазин, общественное место. Рот свой закрой, поганый. Помой свой рот с мылом, а? В конце-то концов, матом прекрати орать здесь. Тихо. Позорница. Тихо, тихо, тихо. Ты колхозник, выйди отсюда. Сама колхозница, выйди отсюда. Дай девушке в туалет сходить. В туалет. Да, выйдите. Перебьется в туалет, ей надо сходить. Выйдите себя как мужчина. Уродка ты. Колхозник, выйди из отдела. Сама колхозница. Выйди из моего отдела, еще раз повторяю. Из твоего отдела? Выйди из моего отдела. Ну-ка. Что, в колхозе вас мужчина? Рукой не трогай меня. Выйдите, пожалуйста. Рукой меня не трогай. Дайте в туалет девушке. Перебьется она. Не надо. Да, доигрались. Кирюху, блин, фигачит. Вызывай теперь я. Давай, вызывай. Мразь, рыжая. Ну, давай. Колхозница. Вышел отсюда! Пошла ты, понятно! Зачем вы девушку-то оскорбляете? Вот у вас не поможете. Выйди отсюда. Ты что, охренела, что ли? Брась, позорница. Ты охренела, что ли? Володя, выведите вы его, ёб твою мать, это чмошка. Выйдите, правда, из отдела. Не трогай меня руками, не трогай меня, я тебе сказал, иначе перцем польём. Вань, выйди из отдела, ублюдок. Частная собственность. Она дома! Она плюется, вы ее не выводите. Ты же говно! Ты сама говно, плюется, понятно? Телефон да выбила. Вы ее не выводите? Короче, брат, я тебя ушатаю, ублюдок. Ушатай себя вон об угол. Об угол себя ушатай, дура! Свет, перестань. Я ничего не могу Володь, сделать. Володь, не надо эти бумаги. Ну, заявление будет на нее, нападет заявление. Смотри, что делать. Ты что, ты охрана или что? Выйди за дело. Ты что, что делаешь? Ты делаешь? Вышел из отдела. Ты что, не видишь, что ли? Она меня бьет, ты что, вообще нормально? Выйди из моего отдела. Я на нее заявление тоже сейчас буду писать. Хорошо, выйдите. Ты в ее держи, не меня, ты понял, блин? Ты что здесь, для чего ты здесь? Ты что, офигел, что ли? Ты для чего здесь? Она меня ударила в голову сейчас при мне, при тебе. Ты что, я стоял просто, она подошла, вот, а что она делает? Пойди отсюда, дай мне пройти и закрыть отдел. Пожалуйста. Ты что здесь, ты что, просто для пустого места, что ли? Дим, выведите, пожалуйста. Ты что, для пустого места она меня ударила, блин, подошла. Не дай вот за дело вышли, не трогай руками. Не трогай руками. За дело, я трогаю. Выходим. Ты что, охренел, что ли, а? Что, больной, что ли? Ты что, охренел, что ли? Что ты что, такой деловой-то, а? Ты что мне мое оборудование трогаешь, а? Я тебя вывожу с отдела. Ты себя выведи на улицу, придурок. Ты что, охренел, что ли, а? Дедуля. Свет, давай просто закрываем, вызываем полицию, залез в отдел, и все. Мы закрываем. Вызываем полицию. С отдела, пожалуйста. С отдела, молодой человек, выйдите. Охренел совсем уже, а?
Еще один сюда идет. Ребят, сейчас денег не хватит в кассе, вы же останетесь крайними. Это ты останешься крайним сегодня. Я уже позвонил, Они уже сказали выехали. Там два полицейских стоят, ничего не делают. И правильно делают, что ничего не делают. Да, конечно. Конюшни. Слушай, хамло. Это хамло, когда нарвется, я говорю. Да. По жизни на кого-то нарвется. Да. Да. Ой-ой-ой. Да, да, да. Оскорбилась, а? Оскорбилась. Пиши заявление. Какого хрена вы здесь ходите? Пиши заявление. Какого хрена вы здесь лазаете? Провокаторы подлые. На себя посмотри. А что на нас посмотреть? Мы работаем, а вы здесь шляетесь. Действительно, все посетители здесь шляются. Не надо меня снимать. Ты больной, что ли, а? Не надо. Тебя нельзя снимать, да? Нельзя. Нельзя меня снимать. Нельзя. Нельзя. Нельзя снимать. Да, нельзя. А мне можно, бля? Мне можно, бля, сука? Тебе нельзя, да? Да. Полиция едет, уже заявление. Вот это, видишь, лицо его видно, хорошо. Ой. О, за это будет написано заявление. А зачем вы это делаете? С какой целью интересуемся? Зачем? С какой целью интересуемся? Зачем? С какой целью интересуемся? Зачем? Пластинку смените. Зачем? Хочу узнать, зачем. Пишем коллективное заявление. Коллективное заявление. Пиши. Пиши. Коллективное заявление. Пишем коллективное заявление. Адвокат мне позвонил. Зачем продавец нападает? Пиши заявление, пиши. Беги. Беги, пиши. Пишу, я сейчас. Беги, пиши заявление. Кто такой, скажи, что беги, пиши заявление. Не будь терпила и беги заявление писать. Я напишу, напишу. Иди. Иди, пиши заявление. Больше 100 человек здесь будет. Иди, пиши заявление тебе. Иди, пиши. Я напишу, не переживай. Позорник, иди, пиши. Позорник. А ты кто? Ты кто? Я? Ты я матом не ругаюсь в общественном месте. Ты кто? Ты кто? Ты кто вообще? Покупатель. Покупатель. Ты не покупатель. Что ты купил? Покажи, что ты купил. Что ты купил? Покажи. Ты покупатель, что ты купил? Да, купил. Говно, блядь. Сам ты говно, понятно. Вон в зеркале говно увидишь. Как с утра. Все равно. Ты ко мне подошла и что-то требуешь. Я не ты. На каком основании ты от меня что-то требуешь? Отойди от меня, держи дистанцию, пожалуйста. Отойди ты от меня. Отойди от меня, держи дистанцию. Ты от меня, отойди. Отойди от меня, держи дистанцию. Отойди от меня. Нормальная женщина. Нет, отойди от меня и не надо со мной рядом стоять. Так, ребят, сорян, возобновили трансляцию. Отойди от меня и не надо тут, блин, как стоять. Вы меня испугали вообще? Вот руки, эти, руки. Ноги, руки. Руки. Что еще? Как вот? Я тебя не трогаю. Это не суй я свои, тебя не трогаю. Не суй я свои не ветки ко мне. А ты сюда не подходи. Ты ветки свои не суй ко мне. Не подходи. Дистанцию держи. Не подходи. Дистанцию держи. Что ты мне сделаешь? Кому ты нужна, ты бабуль? Ну вот, я бабуля, правильно. Ну, бабуля. А ты кто? Я? А ты кто? Человек. Да что ты? Да. Что-то не похоже, не похоже. Слушай, бабуль, уйди, ты мне не интересно, не в моем вкусе. Да ладно, ну спасибо. Не надо, гражданин. Ты что, трогаешь? У меня там стаканчик пластик. Что я делаю? Уйди, а что я делаю? Уйди, бабуля. А что я делаю? Уйди, бабуля. Я бабуля, да, у меня четверо внуков, трое детей. Вот... Сын мой, примерно твоего возраста, но такой скотины никогда не будет. Извини. Ой, смотрите, наступает случайно, на... Случайно. Это уже угроза называется. А этот стоит, мама. Угрожаем, да? Угрожаем? А мне, стоит, да. Мне. И хамите мне. Хамите. Все, пойдем дальше гулять. Пойдем. Это пристало, что ты знаешь. Правильно, пора куда-то двигаться. Давайте, давайте. Смотри, смотри. Давайте, давайте. Нападает на молодых ребят, девчонки. Да, да. Что, пожилых не хватает, да? Наверное, не хватает дома. У вас тоже, видимо, чего-то не хватает. Дома не хватает, наверное, внимания. Нормально, спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас все хорошо? Товар можно посмотреть? Спасибо. А снимать у вас можно?
А? Нельзя снимать, фиксировать нельзя, снимать нельзя. Выходите из отдела. А, она с этого отдела, слушай. Слушай, она с этого отдела. Слушай, во, руками трогает парня. Товар нельзя. Парня руками трогает. Если я маме своей любимой буду выбирать товар. Ты не выбираешь товар, ты сидишь. А вы откуда знаете? Я же знаю, зачем вы здесь. Вы же не эксперт, чтобы давать оценку выбирать. Я же знаю, зачем вы здесь. Хорошо, если вы знаете, почему тогда мне руками-то трогаете? А чем мне? Ногами тебя трогать? Мне вообще в принципе трогать не надо, я же вас не трогаю. Тогда выйди из отдела. Вы еще сейчас мое положение будете регулировать. Выйди из отдела. Руки убери от меня. Слушай, потный весь, как свинья. Руки убери от меня, позорница. О, ты господи, боже мой. Таня, помоги вывести. Не трогай меня. Ой. Давай. Ты смотри, что делает, а? Я подам на себя. Да, пожалуйста, только поревешь, ты вся на угол пойдешь. Бабушка, не нападайте на человека. Ваша цель. Ваша цель. Тетя, ты кто вообще? Цель. Ты кто вообще? Нападайте на покупателя. Я тебя спрашиваю, что ты меня руками трогаешь? Не покупай. Нападай. Отстань от меня, я же не очень так бы это подумал. А где вы это потом выложите? С какой целью интересуемся? Ой, я хочу посмотреть. Мне хейтеры не нужны. Мне хейтеры не нужны. Да ладно. Прохладно. Таня, где у нас? Все на Первый канал. У меня есть дети, которые с вами разберутся. О-о-о! Это угроза. Напугать решила, что ли? Напугать решила, что ли? Выходите. Ты напугать решила, бабуль? Выходите. Сейчас. За бабулей есть другие люди. За бабулей есть кто? Люди есть. А, за бабулей еще люди есть. Кое-что вам сделать. Что конкретно? Давайте, давай. Вот это мага. Да вообще, блин, как так? И она еще здесь трудится, понимаешь, не один день. Мы закрываем магазин, пойдемте. Так вы с покупателем-то обсуждите. А, мы выходим. Ну вы не покупатели. Как так, вы будете что-то мерить? Да. А давайте мерить. Причем здесь мерить, Даша, они просто хотят узнать какую-то информацию о товаре. Лиза здесь, да? Только если, пожалуйста. Еще один очередной магазин закрывается. Да. Это ваша цель? Ни в коем случае не ходите в это этот магазин. Цель? Да что не вы? Покупайте ничего. Не слушайте этих придурков. Вот эту бабулю точно не слушайте. Конечно. Так, следующий магазинчик. Кто вам платит? Там уже магазин. Кто вам платит? Госдеп. Кто вам платит? Госдеп платит. Неправда. Правда. Неправда. Госдеп платит. Госдеп? Да. Какой Госдеп? Обычный США? Госдеп, да. США? Да. И вы в этом признаете? Конечно. Замечательно. Даже не скрываем. А в домовую вы не хотите с вами? Нет, мы сюда пойдем. Здравствуйте. Ой. У вас хоть съемка разрешена? Я не поняла. У вас съемка разрешена хоть? Видеосъемка у вас разрешена? А что вы хотите снять? Все. Все? Да. Снимайте. А? Снимайте. Спасибо. Столько ценников. Столько ценников, столько товара, прям глаза разбегаются, поэтому ну как, я же не могу запомнить все сразу, правильно? Я же обычный покупатель, а не продавец. Я запомнить не могу. Только с фото-видеофиксацией. Там сотрудники полиции, можешь дать заявление. Только скажи, что ты еще матом ругался в общественном месте. Я с банным человеком не разговариваю. Неоднократное на это, как он, обращение гражданина не ругаться матом ты проигнорировал. Только в очередь становись, пожалуйста. А, вы еще скажите, как вы меня начали толкать, когда я здесь сидел? Напишите обязательно. Нельзя, нельзя. Коррупционная составляющая буду усматривать. Это превышение должностных полномочий у сотрудника полиции. Напишите, как выбили очки. А, она закрылась. Вот тут в этом вот магазине произошло нападение. Она, естественно, так как мы сказали, что вызовем. А, сотрудница данная скрылась. Кто? Я?
Вон еще дяденька хотел написать заявление. Да, иди, так иди пиши быстрее. Иди быстрее пиши. А он один. Чего ты? Коллективно. Ты трус, что ли? Себя не мужик? Смотрите. Яковлев Кирилл Викторович. Почему я один из русских? Все боитесь, ребята, блядь. Все молчат, знаете, все коридоры приносят. Все боятся. Да, почему? Вот она, вот. Викторович, она, да? Да. Первая, 12-85. Вот он. Так, слушай, хотя бы здесь ты имей. Убери свой телефон. А можно как-то управить телефон? Можно. Я? Не буду сейчас говорить, поскольку здесь находится лицо. Пишем, конечно. Ну, чуть попозже напишу вам. Озвучу. В отделе это сделать? В отделе? Место происшествия где произошло? В отделе или здесь? В торговом комплексе? Так называйте себя, мне нужно. Здесь видите посторонние лица? А персональные данные у нас в законе Российской Федерации запрещено разглашать. Сотрудник полиции. Пойдемте. Куда? Но вы не называете свои данные здесь, значит, вы их назовете там. Вы позже впишете. Так? Позже впишите. А? Позже впишите. Себя назовите. Я уже назвал себя. Адрес места жительства, телефон для связи. Адрес места жительства, это у нас не персональные данные, по-вашему, товарищ капитан? Вы готовы составить заявление? Готов. В заявлении есть данные. Вы их не называете, значит, вы не готовы с заявлением обратиться? Почему? Готов. Адрес места жительства, номер телефона. То есть я сейчас должен назвать свои персональные данные при посторонних лицах? Нет, пойдемте ко мне в машину, я вас приглашаю. А у вас в машине что, комфортнее, что ли? Вот так, и пошел. Вот, и пошел, и пошел. Вот такие вот у нас мусора в стране. Чего, куда он пошел-то? Не знаю, куда-то пошел. А второе заявление не собирался? Вот он, побежал туда. Наглец вообще, просто наглец. Сотрудник полиции, я должен за вами бегать, что ли? Я не понимаю. Товарищ капитан, вы издеваетесь над гражданином, что ли, а? Капитан, ну хорош. Звони в дежурный. Капитан, ты издеваешься над гражданином Российской Федерации? Куда ты пошел? Что за позор такой сотрудников полиции, а? Вот запомните этот номер, номер машины, Роман, 30-32, 78 регион. Ну что такое? Позорище, а не сотрудник полиции. Капитан! Капитан, заявление подать. Капитан! Заявление. Не позорься, не позорь свой мундир. Не позорь мундир, полицейский. Только капотом ударил. Давай. Вот это сотрудники полиции нынче пошли. Вообще жесть. Это позор, просто сотруднику позор. Не знаю, мы заявили. Все, ДТП! ДТП! Он скрывается! Он скрывается с места преступления! Он задел машину! Миша, аккуратно! Миша! Он сейчас занят! ДТП! Вообще жесть, ребят, вообще жесть, это просто жесть. Номер машины, Роман, 30-32, 78 регион. Оставляем жалобу на него, на этого капитана, позорного капитана. Сотрудника полиции, который позорит мундир сотрудника полиции. Позор тебе, капитан. Капитан, тебе позор, увольняйся со службы. Увольняйся. Это сотрудник полиции.
Вот, владелец машины Ольга 072, Константин Алексей, регион 196, сотрудник полиции данного экипажа, вот он тебе пришпандорил, да. А он все, он не уйдет. Что еще раз? Прибавь чуть-чуть. У меня тут происшествие произошло. На меня совершил наезд сотрудник полиции. Также он потом устроил ДТП. Я хотел ему просто подать заявление. Он меня начал давить, положил на капот, устроил ДТП и просто скрылся с места происшествия. Все, просто уехал. Ну, знаете, стоял бы он рядом, я думаю, я бы ему этот вопрос задал. Я не знаю, я не отвечаю за его действия. Я говорю, почему вы решили, что это сотрудник полиции? Ну, потому что он был одет по форме, у него он сел в патрульную машину, у него был грудной жетон. Хорошо, я вас поняла. Какой район? Выборгский район. Выборгский район. Тут сынок. Торговый центр. Освещение, это дом 19, литера. Фамилия ваша? Костылев. Как? Костылев. Он до этого сначала говорил, то, что чтобы мы прошли в машину для написания заявления. После того, как я это сделал, он просто сел в машину и попытался уехать. В тот момент, когда он пытался уехать, я стоял у него перед капотом, он просто начал меня давить. Впоследствии его попытки скрыться, он совершил ДТП с припаркованным автомобилем, после чего также уехал. На мои просьбы остановиться, перестать меня давить и принять у меня заявление, он игнорировал и просто в итоге скрылся. И с места ДТП, и с места происшествия. ДТП, я поняла. Ваша информация не зарегистрирована, будет проведена проверка. Обратитесь, пожалуйста, 112. И в результате проверки вам будут высланы письма на видео. Ага. Хорошо. До свидания. Ну что, ребят, вот так у нас закончился наш сегодняшний рейд в Выборгском районе на станции метро Просвещение, торговый комплекс Норд. Сотрудник полиции по Выборгскому району. Это просто, я не знаю, это не сотрудник полиции. Это позор такому сотруднику полиции, который сбегает от граждан Российской Федерации, не принимая заявления у них. Я не знаю, за что мы его содержим, за наши налоги. Это, ну это мое мнение субъективное. Саша, твое мнение каково? Да, он о такое сотруднике? Ощущение, что он, знаешь, ему осталось до пенсии 2 недели. Ему все равно по барабану на порядок, да. Ему лишь бы эти 2 недели прошли и все. И дальше он на пенсию и плевать на все остальное. Ну а мы, соответственно, закончили наш рейд в этом ТЦ. Ну не закончили с самим ТЦ. Да, но мы еще не закончили. Мы еще в ближайшее время придем. Поэтому ждите. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Все, кто... Родина вас не забудет, как говорит Саныч. Родина вас не забудет, как говорит Саныч. Вот. Те, кто хочет поддержать мой канал, канал Надзор Санкт-Петербург. Те, кто хочет поддержать его канал, переводите деньги мне. Мы поддержим. Не деньги, а донаты. Те, кто хочет поддержать мой канал, переводите мне донаты. Нифига. Все ссылочки будут в описании. Всем, ребят, всем удачи. Что с ним? Что с ним? А что с ним? Кто старший? Кто? Не подходи! Подожди, гитара, не подходи! Бля. Еще раз сюда подойдете? Подойдем! Посмотрим! Подойдешь ко мне, заливай перцем! Пидоразы, блядь! Пидоразы, блядь! Козлы! Еще раз тебя за это увижу! Убери перец, слушай! Пыль его, блядь! Убери его отсюда! Убери его! Убери его! Убери его! Убери перец! Не подходите ко мне! Сразу заливаю, как только прикасаетесь! Давай! Убери! Ты что таким думал вообще? Что думал? Потому что, сколько раз вас предупреждали кого? Не кататься здесь? Кого здесь? Вас! Вас кого? Вас! Ты меня что, первый день видишь, что здесь? Не первый день. Ну, вот еще зимы и вижу. Ну вот, а к чему ты будешь кататься? Не писал здесь? Ты мне тоже. Ну. Все почитали про себя в комментариях? Я тебя докажу, кто я такой.
Я тебе докажу, блядь. Докажи. Ты пидорас, блядь. Ты, блядь. Я-то спокоен. Я-то спокоен. Все нахуй с моей территории, бля. Серьезно? С тобой спокойно разговаривать, ты делишь с вами рекорды суперизм. Держу. Ну, ребята, надо доказательство. Не надо ко мне подходить. На расстоянии держишься. На расстоянии. Спокойно. На расстоянии. Можешь быть спокойно. Не надо ко мне подходить. Так к тебе не подходи, с тобой. Вот и не надо. Успокойся. Успокойся. Блядь, вы своего товарища успокойте. Часто мы успокоим его. Вот вы успокойтесь. Частная территория. Где это частная территория? Частная территория у вас там, внутри. Знаете, с кем связываться? Не все равно, с кем я связываюсь. Успокойся, блядь. Не все равно, с кем я связываюсь. Вон иди к той машине. Чего ты к той машине не пошел? Бабуля, я сам разберусь. Куда мне идти? Я сейчас дам бабулю.